Всем привет! Вы, конечно, помните и знаете о том, что мы оказываем дистанционную помощь по отключению иммобилайзеров, по ремонту блоков управления, по привязке ключей, по вычетке пина из блока управления. Также иногда ремонтируем некоторое диагностическое оборудование, но это не так часто. Вот, также оказываем в отключении иммобилайзера на прошивок на расстоянии. Но поймите нас также правильно, я все-таки не экстрасенс. Если присылаете заказ, выполняйте то, что я просил. Если я прошу внутрь, значит, упаковки, письма, бандероли, положить бумажку, на которой написать, что необходимо делать с блоком, какие в нем обнаружены проблемы, от какой он машины. Ну, от какой машины еще иногда можно его по номеру разгадать, но остальные варианты, что с ним надо делать, я угадать не могу. Пожалуйста, пишите, вкладывайте бумажку, пишите номер, пишите номер своего телефона в Вайбере, Ватсапе, как с вами можно связаться. Обратный адрес я, конечно, вижу по бандерели, по письму, по там, упаковке этого, по почтовой. Больше я ничего не вижу на этом. То есть, что с этим блоком делать, я не знаю, что вообще, вот какие-то детали. Как вам сообщить о том, что он готов, я тоже не могу. В общем, о чем я хотел сказать этим видео. Обязательно, если отправляете бандероль, там, посылку нам с каким-то блоком, с какой-то работой, обязательно внутрь кладите бумажку, на которой пишите, какая машина, от какой машины этот блок, что с ним не так, что с ним надо сделать. То есть, например, надо отключить, допустим, машина такая-такая, надо отключить блок управления такой, год такой, двигатель такой. Необходимо отключить иммобилайзер в этом блоке. Или, например, необходимо отключить ЕГР или катализатор, или сажевый фильтр, если надо, тоже дистанционно сделать. Или, допустим, троит двигатель, там пропуски зажигания третьего цилиндра, надо исправить в этом блоке. Это все обязательно пишите. Пишите вот внизу, в этом самом, в бандероль, в письмо, в конверт, там, не знаю, в посылку, вкладывайте бумажку, кладите свой номер телефона, раз, какая машина, модель, год, мотор, и что не так с этим блоком, что с ним надо сделать. Все, ну это же просто, пишите, пожалуйста, это все, вкладывайте бумажку. А также внизу, сами, надеюсь, понимаете, у нас просто накопилось уже 16 блоков, которыми я не знаю просто, что делать. Я понимаю, что это может быть подарки от вас какие-то мне, но тоже присваивать чужое не хочется. Поэтому пишите, пишите то, что я вас прошу, что необходимо сделать. Ну, а также, кто не в курсе, не забывайте. На расстоянии мы оказываем помощь в отключении иммобилайзера, в привязке ключей, вычетке пин-кода, в чип-тюнинге, в доработке прошивок. Можете присылать нам свой блок. Но если блок присылаете, делайте то, что я прошу. Либо можете дослать до нас свою прошивку, а мы уже ее откорректируем. Ну, либо там по ВИН-номеру некоторые можно угадать, пины рассчитать, доступ к некоторым базам имеется. Так что вот такая вот картина. А также внизу пишите, в общем-то, под этим видео, ну, каких блоков отключения иммобилайзера, либо что вы еще хотите от нас в ближайшее время получить на нашем канале. Собственно, вот такая вот картинка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Да, и обязательно, кто отправлял свои блоки без бумажек, без этих вкладышей, выйдите со мной на связь по Вайберу и Ватсапу. Скажите, я отправлял вам такой блок, ну и всю эту информацию. Да, значит, вернемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать извещения о видео своевременно. До скорых встреч. Пока-пока.